Дом Лидии Ивановны на улице Тургенева теперь выделяется на фоне соседних. Фасад здания капитально отремонтировали, и это стало подарком труженицы тыла к 95-летию. Работы начали сразу же после обращения в Анапский совет ветеранов. Мы сочли, что мы сможем это сделать, обратились к нашим друзьям, партию «Единая Россия», к нашим коллегам, и совместными усилиями провели необходимый ремонт. Совет ветеранов города-курорта Анапы предоставил материалы для выполнения работ, а партия «Единая Россия» предоставила специалистов, которые выполнили необходимый перечень работ. Они обратились к нам накануне 9 мая. Мы приступили, но нам погода к 9 мая не дала закончить. Вот. И мы совместно с ними организовали ремонт фасада. Покраска, штукатурка, шпаклевка. Вот. В общем, все успешно, все довольны. И мы довольны в первую очередь, потому что мы смогли помочь ветерану. Качественно я очень довольна, не то что довольна, а я счастлива, что мне коллектив помог, сделал это все просто на радость. Я благодарю и еще раз благодарю весь коллектив, руководящий состав, всех, что обратили внимание. Лидия Ивановна сегодняшнего дня без внимания молодежи со стороны молодой гвардии «Единой России» не останется. С сегодняшнего дня мы берем шефство над Лидией Ивановной, и наши волонтеры по звонку Лидии Ивановны будут ее посещать. Как правило, мы ветеранов посещаем еженедельно. Волонтеры помогут Лидии Ивановне с уборкой, сходят в магазин или аптеку. Немаловажно для нее и общение с молодежью. Женщина живет одна, внук из Ростова получается приезжать нечасто. А рассказать ей есть о чем. Например, как работала в поле с первого дня войны и как закончилась оккупация. Освободили, когда нас утром рано. Немцы бежали даже в Нижнем Бле, в подштанниках бежали. И утром уже пришел бригадир колхоза. Ну, на территории, в которой мы жили, всем постучал в окно. К 8 часам в ВУЗ. ВУЗ – это военно-учетный стол. Представители Совета ветеранов и партии «Единая Россия» обратили внимание, что и в комнатах дома Лидии Ивановны не мешало бы сделать ремонт. Работы начнутся в ближайшие дни. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.